Повертаємося до студії. Вже готові поспілкуватися з нашою ранковою гостею стосовно Студреспубліки 2017. Вікторія Романенко у нас в гостях, голова оргкомітету мультифестивалю «Студентська республіка». Вітаю тебе, дякую, що ти з нами. І так, «Студреспубліка 2017» стартует уже в этом году, пока что идет набор. Кого набираете, опять-таки, кому можно присоединиться и можно ли еще? Привет, Витя, очень рада тебя видеть. Как всегда, традиционно мы приходим тебе на эфиры перед «Студенческой республикой». Мы набираем студентов умных, красивых, креативных, талантливых, и которые готовы работать, помогать нашему городу, помогать обществу и также стараться сделать наш город лучше. Также мы набираем просто студентов, которым интересно познакомиться с нашим мероприятием, с нашей общественной организацией, тоже она называется «Студреспублика». Мы просто набираем студентов, которые готовы. Если говорить о Студреспублике 2017, будет ли какое-то взаимодействие, возможно, с другими городами? Мы ждем гостей из Херсона, как бы у нас всегда есть какое-то взаимодействие с другими городами. У нас часто нам часто приезжают как называемые такие студреспубликанские туристы, которые приезжают к нам на республику. Часто практикуется, что наши участники едут на другие республики, смотрят. То есть они идут не синхронно, скажем так, в каждой области, в каждом городе? Нет, не синхронно. У каждой области есть своя дата, и часто эти даты не пересекаются. Но чаще всего у нас пересекается с Черновцами. Вот так вот. Не судьба в Черновцы поехать, да. Николаевцами из Черновцов Николаев проехать. Но все же, если мы говорим о программе 2017 года Студреспублики, кто будут эти спикеры, которые всегда обучают чему-то новому и, соответственно, организовывают молодежь к тому, чтобы они могли потом организовывать самостоятельно эти проекты? В этом году мы пригласили Андрея Острева и Станислава Подьячева. Это традиционные спикеры Студенческой Республики, которые ведут лектории, которые ведут практические занятия с нашими студентами, с нашими участниками и помогают написать план развития Николаевской области в определенной, согласно темы, в определенной области. Сейчас наша тема – это образование. Мы хотим построить игру так, чтобы студенты могли написать план индустриализации Николаева через образование. То есть как Боже, образование... как много серьезных тем во время отдыха для студентов. Как образование влияет на индустриализацию и модернизацию нашей области? Что можно сделать? Чего не хватает? Какие у нас есть проблемы? Ну, как бы скрывать то, что есть проблемы в нашей области, нет смысла, потому что все видят... То, что нам есть куда развиваться, что нам необходимо развиваться, нам надо помогать развиваться нашей области. Если мы говорим о Студреспублике, это один из тех проектов, который не только зазывает пообщаться, поговорить и обсудить проблему, но и потом эти проекты, которые пишутся, как-то попытаться воплотить в жизнь. В этом году те мастера, которые будут, да, соответственно, смогут ли помочь в организации этих проектов? Или... Я думаю, то, что мастера, которые будут, конечно, смогут помочь и в реализации, и в том, чтобы воплотить реально эти идеи в жизнь. Но, опять же, это зависит от участников, от студенческого мэра, от студенческого магистрата. Все всегда в их руках. Студреспублика – это хорошая площадка для того, чтобы тебя услышали, хорошая площадка для того, чтобы тебя поняли, но ты должен сам работать по окончанию данного проекта. В прошлом году студмэр, соответственно, представлял свою программу и нашел там очень много единомышленников, которые потом на протяжении этого года помогали ему организовывать тот или иной проект. Вот недавно только отгремел один из них, спортивный, да, проект, который был организован для студентов. Скажем так, если брать за вот этот срок, когда выбрали студмэра, вот он год уже практически как на посту своем, успешно ли сделаны все эти проекты, которые планировались? Довольна ли Студреспублика, я это назову как отдельное общество, которое выбрали этого мэра? Ну,
Те проекты, которые писал Рамиль, не до конца были выполнены, но он также выполнял, помимо тех проектов, которые он писал, еще свои дополнительные проекты. Его работа была более чем продуктивна, и мне хочется сказать ему отдельное спасибо за отличную работу, за отличный год, который был продуктивный для студентов. Вот он был действительно студенческий мэр. Он делал для студентов, со студентами и, мне кажется, во имя студентов. Угу. То есть, довольна ли студреспублика? Да, довольна. Надеемся, что в этом году выберут тоже хорошего мэра, который будет работать на благо студентов. Кстати, а есть ли такая особенность и возможность мэру переизбираться на следующий год? А есть ли целесообразность в этом? То есть вот так даже ставится вопрос. Человек реализовался за этот год. Человеку дается год. Он либо реализуется, либо не реализуется. Если человек не реализовался, есть ли смысл его переизбирать еще на один срок? И если, по сути, он ничего не сделал хорошего для общества. А если он сделал, он уже получил свою площадку для старта. Для чего ему опять оставаться на том же месте? То есть... Принцип такой, чтобы дать новому человеку новую площадку, конечно, скажем так, конечно, для работы. Если прошлый год все-таки был посвящен больше спорту, потому что Рамиль как бы к этому близок и сам, то я так понимаю, что в этом году будет мэр уже работать больше над сферой образования. Возможно, новые будут проекты уже интеллектуальные. Возможно, в сфере образования. У нас сейчас два кандидата. Это Таня Пустовойтенко, она из юридической академии. И Сергей Красиченко, это Николаевский аграрный университет. И, возможно, это будут проекты, связанные какие-то с аграрной индустрией. Возможно, это будут проекты, связанные с правовой индустрией. Это интересно, это свежо, это креативно. Вот буквально перед эфиром мы только, я сейчас вот как раз и ищу эту запись, общались с Викой, говорили о том, что совершенно недавно, казалось бы, 13 числа этого же месяца, 16 года, мы представляли в радиоэфире тогда еще вместе с Аллой Жигадо, нашей коллегой, Рамиля как мэра, студенческого мэра. Вот есть этот пост, я вам, друзья, его покажу. Когда увидит Николаев нового мэра? Студенческого. Нового мэра студенческого Николаев увидит уже 9 числа, так как наша студенческая республика проходит с 7 по 9. Кстати, регистрация еще открыта, вы можете зарегистрироваться до 4 числа. Где можно пройти эту регистрацию, где увидеть эти документы? Регистрацию это можно пройти, можно прочитать пост замечательный в Фейсбуке во встрече. Также посмотреть у меня на странице, как пройти регистрацию, зарегистрироваться на сайте студенческой республики. И, конечно же, приезжать к нам, звонить нашим девочкам, которые отвечают за регистрацию, бронировать номера и ехать отдыхать. И работать развиваться, да. Конечно, самое главное, что да, дает все-таки студреспублика, это множество знакомств новых, да. И потом легче все-таки ориентироваться в городе, имея единомышленников, которые также хотят реализовывать тот или иной проект. Поэтому, друзья, участвуйте. Такая пауза сразу, да? Есть еще у меня... Ну давай, потом вопрос на последний. Хорошо. Хотелось бы поблагодарить людей, которые нам помогают ежегодно в организации студенческой республики. Это в этом году нам помогает Михаил Соколов, Федор Левченко, Станислав Подячев, который также является и экспертом, и спикером, Андрей Острев, который также является экспертом и спикером традиционным уже студенческой республики, Анара Хундов и Национальное общество, которое ежегодно нас поддерживает, которые помогают нам, Федор Левченко, который в этом году нам помогает. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает, кто верит в нас. Игнат Коробко, который ежегодно нам помогает, поддерживает, и мы всегда его рады видеть на наших проектах. В этом году будет ли, возможно, какая-то встреча с предыдущими выпускниками Студреспублики? Я скажу. Ежегодно будет, проходит, да? Потому что люди приезжают опять на этот проект. Это уже не просто проект, это уже семейный проект, это семья. Невозможно просто взять и выйти со Студреспублики. Я тоже когда-то в 10 классе решила просто поиграть. Теперь я региональный координатор. Кто-то тоже в году 11-10 начинал играть в студенческую республику, и люди ездят уже много лет, просто потому что увидеть старых друзей, поиграть в интеллектуалку, поиграть в мафию, там, в пляжный волейбол, водные перестрелки, познакомиться с кем-то.
И наша семья растет с каждым годом все больше и больше. То есть что... я сегодня неправильно сделал титр, да? Надо было написать «Игроман со стажем» Вика Романенко. Конечно, конечно, вот «Игроман так. со стажем». Студия «Республика» затягивает. Это не игра, это стиль жизни. Я тебя благодарю очень за то, что сегодня пришла к нам в студию, поделилась информацией. Друзья, напоминаю еще раз, что есть возможность зарегистрироваться и поучаствовать в студии «Республики 2017». Все, что необходимо, это либо зайти в Фейсбуке, найти Вику Романенко, либо группу, либо зайти на сайт студии «Республики» и пройти регистрацию. И вас ждут. Еще раз давай напомним, с какого числа по какое? 7-9. 7-9. Так что отдохните с хорошей компанией.